Эй, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Сахар, King and Fire, пацаны, поздравайтесь! Привет! Привет! Ребятушки, как я и обещал, сегодня у нас будет Гренни Симулятор. Я буду играть за бешеную бабку. Если опять не кушайте, приятного аппетита, а я буду сегодня кидаться диванами и предметами. Погнали! Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Смотрите, что делает, уже хочет по мне кинуть. А я раз и уклонился! В последний момент. О, блин, вот это вырубило, а чё сразу... Да подождите, сейчас на таблеток не дойду. Я хочу сегодня в этой серии показать, что я могу тут жестко вообще кидать всеми предметами. Ребята, начинается жесткое веселье. Да хорош, ну дайте таблетки выпить. Вы чё, угораете что ли? Еле идет. А если я буду с большой высоты падать, моей жизни потратится? Не, нормально, просто вы смешно упадёте. Я вижу, вот зеленая дверь у меня светится. Ребята, ну сейчас начнется веселье. Вот сейчас прям жестко будет. Ух ты, ёкала-манекала. А я могу потом еще раз, да, себе жизни пополнить? Да. Или тут одна только таблетки. Баночка, да? Нет, если найдешь еще. Я понял. Все, бросай. А вот теперь, видите, загорелись диваны. Смотрите, что я могу делать. Слышишь, ты щенок? Смотрите, что я сейчас взял этот стол. На! Вот. Смотрите. И чё, диван? На! Как-то слабо кидается. Так в этом уже прикол. А, у меня, может, то, что энергии нет. Надо энергия, чтобы на все было. Да. Хорош, понял. Я кинул диван, помню, коктейль молотого залетел сразу. Хорош, я нормально живу еще. Как раз энергия пополняется у меня. Вставай, бабушка. Слышь, внучок, ты что там делаешь? Я сейчас вот тут расфигачу всю мебель, что ли? Не надо. Да я надо. Я за нее платил. Так это ж в аренду у нас на запись взята. Ну все равно. Блин, ай. Попал. Блин, это класс, конечно. Где? На! Стоять! Щенок, на тебе пол в телевизор залети. Блин, разломал тут все. На! Ах ты, блин, спас своего! Еще бы чуть-чуть, я бы его взял. А сколько раз мне надо вас об пол кинуть, чтобы вы проиграли? Ой, где-то 5 или, может, 4 раза. На! Кстати, вот такие вот хорошие попадания в нам мебелью, то это тоже считается как за удар. А, я понял. Значит, я могу прям вас вообще жестко выносить жизни вам. А, энергии нету. Так, бабка какая-то бешеная. Я вообще классно играю за бабушку. Я сейчас полицию вызову. Смотри! На тебя пол! Ты, блин, повезло тебе. Так, давайте ждем, пока у меня парень генится. Ах ты, зараза малолетняя. Очень медленно пополняются у меня энергии. Стоять! На! А чё дверь загорелась зеленым светится? А это нам, я нашел ключик, сейчас буду полицию вызывать. Офигеть! А, вот так, да, ты со мной? Ты такая сильная бабка. Так, ну-ка. Ой, что со мной? А я могу дверь закрыть? Нет. Офигеть, и так даже можно. Блин, ребята, ну прям каждая карта под свою сюжетку сделана. Ай-яй-яй, горю. Бабушка. Ты просто знал, да, где все лежит? Тут не рандомно предметы спавнятся. Опа. Давай. Ну да. Стоять! Бум! Я даже упал, блин. Так, это у нас отчет времени идет, да? Стоять! На пол! Так, о, еще здесь могу взять. Получается, через это время я приедет полиция и выкинет, да, меня с хаты? Ну, увидишь. Повезло, что
ушел оттуда ребенок, раскидал уже всю мебель здесь. Бабка-мутант. Так, я не могу больше ничего здесь нажимать. У меня, смотрите, в правом боку ножик торчит. На, блин, да как я не попал? Телевизор. Вообще жесть просто. Вот это подача. Нет, мой ножик. Стоять, куда ты собрался? На тебя пол. Это станет мне стать. Повезло тебе, повезло. Так, а что я не могу? А, взял. Как-то странно здесь работает, что надо повыучивать все. Где ты там ходишь? Здесь. Маленький Бармалей. Ай-яй-яй, не попал. Не пролетает оно, короче. Стоять, малолетка маленький! На тебе, пол. Когда ж я вас убью всех, а? Если тут уже все сломал. Да я вообще убийца, понимаешь? Я буду все мочить. Я тебя сейчас буду. Да блин, не могу схватить, оно как-то не сразу хватается. Где ты? Так, я энергия здесь. Вообще пополняется нереально медленно, но ее очень много. Ого! 295 жизней осталось. Нормально, 2 минуты и приедет полиция. Это получается, как бы сюжетка будет пройдена. Но за вас. А так я должен, конечно, был вас убить. Плохо, что ты знаешь, где ключик лежит, и по сути это уже карту неинтересно играть будет. Нет, там не ключик, а просто коробки надо найти. А где вы вообще шкеритесь? Соплячо малолетнее. Я оружие достаю тебе. Это она рычит. А, вот так, значит. На! Ай, в голову попал! Ё-ма, это теперь будет тоже торчать. Молодец. А чё я не встаю? Блин, его взять нельзя. Стоять, гусаёк! На тебе! А вот теперь... На, блин, да ё-моё! Да ну как-то, знаешь, надо повыучивать, как кидается. Я чё, уже тут не мам мне чем кидаться, что ли? Нет, ладно, идем. А сейчас уже все, 50 секунд осталось, я проиграл. Лучше беги на второй этаж, пока. Ну, в принципе, я мог бы вас всех убить, да, за эти 5 минут и все. Да, да, мог. А как за мной будет полиция, что ли, гоняться, или как это будет происходить? Ну, короче, придут просто копы, потом, когда будут они близко с тобой, они начнут тебя стрелять, поэтому беги на второй этаж быстрее. О, иду, понял, спасибо, что подсказал. Спасибо. Мне еще надо научиться предметами кидаться. Да видишь, она за 20 секунд я не успею подняться, это нереально. Она просто почему она такие, или неужели тоже, когда буду старый, так медленно ходить? А, вот так, значит, да, ты со мной? А, энергии ж нету. Блин, вот это, конечно, что она медлительная. Так, ну-ка, уже 5, 4. Ё-моё, я не успел, представляете, насколько медленно. А я могу стульям кинуть по ментам? Нет, им ничего не будет. Все, открылись ворота, ну-ка. Идут они? Я заныкался, давайте, если что, сюда зайду. Идут. Они будут меня искать, да, сейчас? Три здоровых мужика. Идут на второй этаж. Я заныкался, стою здесь. Это тебе не поможет. Ё-моё. Они уже знают, где ты. Я слышу, как они идут. Прощайте, я был хорошей бабушкой. А, коп. Как они по мне попадают, если я вообще стою с правой стороны? Ё-моё, ну давайте еще раз сыграть за бабку, мне понравилось. Потому что эта серия обычно, играя я за внука, вот сегодня буду именно жесткой бабкой. Такая же, сегодня жесткие внуки мы. Это да. Разгоняемся. Есть контакт. Ну энергия, ну быстрее. Вот это нормально вы меня гасите. Ух ты, подача. Я иду за ключом, сейчас буду вас бить со всей силы. А я за тобой. Ух ты, подача, и нормально. Разводным ключом, на. Ух ты. По бедру. Нормально лупанул, так чтобы точно, да, попасть? Ага. Да ё-мо, дайте до калитки дойти.
Да ёкала его некала! Это, блин, жесткий угар. А вот теперь иди сюда. На! А, ты забрал ключик? Косожоп. Ребята, теперь я уже немножко подлобался, как кидать эти предметы. Да ё-моё! А ты как уклонился, я так и не понял, я же вроде нормально кидал. Чё, драка между внуками на ножах? Да ё-мо докинуть! Ну не даёт кинуть, блин! Ах ты, зараза, ушёл. Вот эта бабка сильная. На! Нет! На тебе опал! Щенок малолетний! Хорошо, не запомни. Запоминай! На! Ты что, на моего брата будешь? На! Ай, блин! Вот это жесткая игра, вообще жесть! Я пока все мебель по вам не покидаю, я не успокоюсь. Кидай. А ё-моё, тут углы вонючие, ну непривычно кидать здесь предмет. Как ты все сделала через одно место? Ну, это разработчик такой. Надо привыкнуть. Привыкнуть можно, но сложновато все равно. Механика сложная. Да. Зря ты тут стоишь. А вот теперь? Вот теперь! Я тебе в плитку головой дал. Блин, энергии не хватило, чтобы тебя поймать. Да ё-моё, ты уклоняйся, зараза так. А стол могу взять? Давайте проверим. А, стол не могу взять, кухонный. Я иду на второй этаж, будем там воевать. Ай, блин, хотел уклониться в последний момент. О, дай я попробую похилиться, если красную съем, что будет? О, я опять телепортировался. А что со мной? Что за бред? Кстати, я должен был на Ека вот это там взять, но что-то не взялось. А это вообще закон, вот эти баги все? Да, это же такая игра. Так, я пока заныкаюсь, у меня жизнь пополнится, энергия. И я выйду вас мочить. Кстати, я съел красную банку, ничего не изменилось. Нет, изменилось, у тебя на 20 хп. А, 20 всего? Да. Так, уже 200. Ой, я сейчас, да, вот 200 энергии. Теперь можно выдвигаться. Я сейчас буду выдвигаться. На! Угадал. А вот теперь еще я тебе... Я говорю, угадал! Ты что там, мои... Да я нормально лупашу здесь. На! Бабка-псих! На! Ребят, ну я издеваюсь сегодня жестко вообще. Вот это классно. На! Ты что, открыл двери? Да. Ах ты зараза, блин, я хотел сегодня всех убить. Нет. Ага, спрыгнули, да, очкошники? Боитесь, да, со мной воевать? Бабка вообще жестко кресло носит над головой. Я качаюсь. На! Блин, не попал. Уклонился? Да. Да. Повезло, повезло вам, пацаны. Вот это мебель уже нафигачил. Че, боятся ко мне, да, сюда все эти очкошники? Нет, мы там все разбиваем, чтобы к тебе пришли. Так, так, так. Не вижу внуков ни одного. Слышу, как только кто-то бегает, а где не вижу? Вентиляции. Ну что, Дим, готов? А где ты? Сейчас увидишь. Давай. Ну что, видишь, сколько уже минут осталось? Даже секунд. Ты шо, Дим? Я убийца! Я хочу тебя убить за это! Стоять! Нет, нет. На!
Я ненормальная бабка. Все равно проиграю сейчас. Ну все, 20 секунд осталось, ребята. Я опять сейчас уберу. Ааа, еще и подожгли. Ну, короче, жизни у меня реально очень много, и вынести все хп тяжело будет вам. Уже поздно. А я его все равно буду бить при ментах. На! О, сейчас будут менты идти, я буду по ним телевизором кидаться. Ничего не будет. А скажешь, когда они будут идти? Ой, я вижу. Вот. На, мент! Поганый. Видишь? На! На! А, и все вынесли. Блин, ну прикольно сделали. Конечно, сюжетку классно изменили. И что, я так долго буду лежать, они будут по мне стрелять бесконечно? Да. Да я мертвый уже. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.